Всем привет! Вот вам небольшая интересная подборка с 15 крутыми и новыми устройствами от Xiaomi, которые прям очень в тему в быту человека. Приятного просмотра! Шариковая ручка со сменными стерженями. Несмотря на то, что большая часть текста набирается при помощи клавиатур, классические шариковые ручки не теряют популярности. Вариант от Xiaomi – это сплав надежных шведских технологий и японских чернил. Благодаря ему, а также тонкому кончику диаметром 0,5 мм, делать записи такой ручкой – одно удовольствие. Она удобно ложится в руку и оставляет на бумаге очень аккуратный след. Прочный механизм приспособления рассчитан на 50 тысяч циклов извлечения стержня. У меня, кстати, такая ручка есть, и скажу, что штука просто класс. Писать ею одно удовольствие. Продолжая канцелярскую тему, нельзя не упомянуть про фирменный ежедневник от Xiaomi Mia. Эта обложка изготовлена из приятного на ощупь материала с микроскопическим рельефом, а все 80 страниц внутри блокнота аккуратно размещены в клеточку и линейку. С внутренней стороны обложки расположены вместительные карманы, куда можно положить телефон, визитки, а также зарядный кабель. Приятным дополнением к ежедневнику является гелевая ручка, оставляющая тонкий след на бумаге. Стакан для приготовления кофе Мока. Среди множества незаурядных термокружек это выделяется наличием встроенного в крышку ремешка, который позволяет носить емкость на запястье или крепить его к рюкзаку при помощи карабина. Фильтр внутри позволяет приготовить вкуснейший кофе, который можно не торопясь пить через отверстие в крышке. Кстати, в нее интегрирован небольшой цифровой дисплей, отображающий температуру напитка внутри. Объем стакана составляет 450 мл. Зеркало с подсветкой. Что касается типичного женского ассортимента, среди всего многообразия интересных товаров следует выделить круглое зеркало, оборудованное светодиодной подсветкой, расположенной по периметру окружности. Использование такого приспособления упрощает нанесение макияжа и позволяет хорошо разглядеть любой участок на лице. Диаметр зеркала составляет 17,8 см. Работает LED-подсветка от встроенного аккумулятора на 1900 мАч, запаса заряда которого достаточно для функционирования в течение 140 минут. Ночник в стиле ретро. Мягкий свет ночника обладает температурой в 1800 кельвинов и напоминает теплое свечение лампы накаливания. На деле здесь используется современный LED-элемент, работающий в паре с аккумулятором 2200 мАч. Запаса его заряда хватает на работу в течение 20 часов, при условии, что выбран режим с минимальным уровнем свечения. Заряжать такой светильник, выполненный в формате ретро, можно двумя способами – с помощью USB кабеля и док-станции. Магнитный коврик. Самостоятельный ремонт и разборка гаджетов – это всегда обилие мелких деталей, пропажа которых рискует стать невосполнимой потерей. Для того, чтобы винтики и шайбы не терялись на рабочем месте, удобно пользоваться специальной магнитной площадкой, где они будут находиться в относительной безопасности и всегда под рукой. Поверхность одной половины такой площадки размечена вертикальными и горизонтальными линиями, а на вторую нанесены изображения наиболее популярных шляпок, что помогает лучше организовать их временное хранилище. Зубная щетка. В отличие от модных электрических щеток, этот вариант полностью относится к механическому формату. Продуманное расположение щетинок способствует более полной очистке поверхности зубов и стимулирует десны. Материал, из которого изготавливаются волоски, обладает антибактериальными свойствами. В состав набора входит 4 щетки, которые отличаются окраской, а также пустой чехол, предназначенный для путешествий. Очки с защитой от ультрафиолетового излучения. Эти очки от Xiaomi предназначены отнюдь не для коррекции зрения, а для защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения. Также они фильтруют до 35% синей части спектра, что позволяет снизить утомляемость организма. Стекла закруглены в тонкую и стильную оправу, различные варианты которой подойдут как мужчинам, так и женщинам. Помимо очков в наборе представлена тряпочка для протирания, а также чехол для безопасного хранения и переноски. Катышки, которые со временем неизбежно образуются на одежде, заставляют ее выглядеть не очень привлекательно. К счастью, их всегда можно легко сбрить, использовав для этого специальные приспособления, позволяющие быстро избавиться от торчащих наружу кусочков материала. Устройство обладает номинальной мощностью 3 Вт и работает от встроенного аккумулятора. Лезвие внутри вращается со скоростью 7000 оборотов в минуту.
универсальный нож для распаковок. Благодаря мультифункциональности этот нож можно использовать для вскрытия посылок, разрезания фруктов и даже для чистки карандашей. Наличие крючка на его лезвии позволяет применять его в аварийной ситуации, когда требуется без промедления разрезать ремень безопасности. В сложенном состоянии нож обладает компактными размерами. Цвет его ручки можно выбрать из трех доступных вариантов – красного, белого и черного. Маска для сна с функцией подогрева. В отличие от обычных масок для сна, этот вариант оборудован системой встроенного подогрева, которая значительно улучшает качество отдыха. Нагревательный элемент поддерживает температуру в диапазоне от 30 до 48 градусов и работает от встроенной батареи, зарядка которой осуществляется через современный порт USB-C. В качестве материала внешнего слоя использована мягкая и дышащая ткань, приятно ощущаемая кожей лица. Цифровой термометр. В ассортименте Xiaomi представлены как бесконтактные, так и контактные устройства для замера температуры тела. Это устройство относится к последней категории, поскольку для получения результата его следует поместить под мышку. Но я слышал, если честно, что лучше помещать в рот, так обозначения будут правильнее. Значение температуры отображается на встроенном в корпус цифровом дисплее. Корпус приспособления является водонепроницаемым. Также в устройстве имеется звуковая сигнализация окончания измерения. Массажная подушка для шеи. Польза этой шейной подушки заключается в массажном эффекте, который достигается благодаря установленному внутри электромотору. Для того, чтобы запустить стимулирование, достаточно нажать на кнопку, расположенную в зоне доступности левой руки. В неактивном состоянии подушка обеспечивает надежную поддержку шеи, позволяя спать в сидячем положении. Для стягивания половинок приспособления спереди предусмотрена пара шнурков. Мощный фен с ионами. Этот фен обладает не только внушительной мощностью 1800 Вт, но также является отличным портативным решением во время отпуска или деловых поездок. Для сушки волос здесь предполагается воспользоваться одним из трех доступных режимов, а способность устройства генерировать отрицательные ионы самым положительным образом влияет на здоровье волос. Для подключения к электросети используется шнур питания длиной 1,7 метра. Универсальный распылитель. Домашние растения требуют не только регулярного полива, но также периодически опрыскивания. Для этой, а также других хозяйственных целей предназначен универсальный распылитель, выпускаемый под маркой Xiaomi. Для подачи жидкости здесь используется рычаг, который удобно нажимать указательным пальцем. Приспособление хорошо подходит не только для ухода за растениями, но также для мытья стекол, зеркал и плитки. Ну как вам эти гаджеты? Много полезных и классных устройств в этом видео. А что вам больше всего понравилось, напишите в комментариях. Я бы фен с ионами прикупил бы для своей девушки. А вы? Спасибо всем, кто ставит лайки и подписан на канал. Хорошего вам вечера, увидимся!